Завтра в Беларуси будет облачно. Дождей не ожидается. С севера подует слабый ветер. Днем воздух разогреется до 32. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На Березине уровня воды пока не хватает для судоходства. В ближайшие дни отметка будет колебаться. Температура воды плюс 20. Вполне приятная для купания. Белорусские спасатели на вертолетах помогают тушить лесные пожары в Турции. Два борта Ми-8 за 190 часов более 600 раз сбрасывали воду на очаги возгорания. Бойцы МЧС доставляют турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Подобную помощь белорусская авиация оказывает в Греции, России, Латвии и Грузии. Также МЧС помогло пострадавшим от наводнения жителям Сербии. 17 человек стали жертвами наводнения в центральной части Йемена. Как сообщают местные власти, 16 человек утонули. Еще один погиб от удара молнии. Среди погибших 8 детей. Мощные ливни привели к обрушению нескольких домов, из-за чего еще 4 человека получили серьезные травмы. Последние дни в северных и юго-восточных провинциях страны идут проливные дожди, которые вызвали мощное наводнение. Завтра в Бобруйске переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Днем воздух разогреется до 27 градусов. Ночью столбик термометра покажет 18 выше 0. Анастасия Похлестова, Максим Галионко, Бобруйск 360.